Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем сапожки спицами, простые, вариант спицами. Есть видео на канале крючком, кто любит крючком, сейчас я вам покажу спицами. Значит, для этого мне понадобилось 100 грамм пряжи, в 50 граммах 133 метра, то есть в 100 граммах 200, 4, спица 4,5 миллиметра. У меня здесь обрисована моя нога. Длина моей ноги 24 сантиметра, поэтому я набираю 50 петель, это у меня 24-25 сантиметров приблизительно. Длину стопы плюс-минус 1 сантиметр. Делаю узел, это вы уже знаете. И вяжу все вязание, все я вяжу лицевыми петлями. Кромочная, изнаночная. У нас получится гладкий краешек. Так, изнаночный ряд я тоже вяжу лицевой петлей. И в итоге у меня получится платочная вязка. Продолжаем вязание. Объясняю, как нам угадать с размером. Нам нужно связать квадрат. Вот это число. Я его тут называю число х. Вот оно число х. И число x. Нам нужен квадрат. Размеры по длине стопы. Но нам еще нужно сделать вот такой вот выклинок. 4 сантиметра. И высота 4 сантиметра. Поэтому длина. Вот мы начали вязать. Мы вяжем сюда полотно. Вот оно мое полотно. 21 сантиметр. То есть x минус 4 сантиметра. Вот эти вот. Равно у меня это 25 минус 4 равно 21 сантиметр. Здесь у меня 25 сантиметров. И теперь я закрываю для этого угла 8 петель для 4 сантиметров. Вот они мои 4 сантиметра. И вверх я вяжу еще недостающие мне 4 сантиметра. Вот наша проверка. Все совпадает. И вяжем еще 4 сантиметра. Смотрите, я довязала 4 сантиметра. Теперь вот оно. Вот мой квадрат, по сути, здесь. Если бы был правильный уголок, у меня бы был просто квадрат. Теперь все петли я закрываю. Вот она моя заготовка. Первым делом я выворачиваю вот этот первый. И мне нужно их сделать в зеркальном отображении. Вот так вот должно быть, девчонки. Видите, чтобы здесь у нас были как бы полосы одинаково. Получится таким образом правый и левый тапочек. Сшиваю я вот эту сторону. И продолжаю вот до конца. И этот уголочек. Вот, смотрите, сшила я эту сторону. Теперь вот здесь вот. Ровно от середины я начинаю сшивать с этой стороны. То есть ровно половину. Вот и все, мои хорошие. Вот они, мои сапожечки, тапочки. Так, все, мои хорошие. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на канал и подписываемся на Инстаграм. Все, всем пока-пока!